Recording in progress. Начинаем. Начинаем, да? Что ж, добрый день. У нас Intim Live. Что ж, добрый день, буны зивачи. Всем здравствуйте, очень рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, на котором состоится презентация доклада под названием «Оценка факторов, влияющих на расширение экономических прав и возможностей женщин». Этот документ был реализован в АТОГО ГАУС-ИРИ при содействии Офиса ПРООН по поддержке партнерства в Российской Федерации экспертам международного уровня, специалистам в области гендерной экономики, теории человеческого капитала, региональной и пространственной экономики Еленой Базуевой в рамках проекта «Борьба с насилием против женщин в Республике Молдова, изучая и осваивая местные уроки». Проект внедряет офис ПРООН в Молдове при поддержке Республики Корея. И отмечу, что сегодняшнее мероприятие организовано также при поддержке ПРООН в Молдове совместно с исполнительным комитетом АТОГО ГАУС-ИРИ. И отмечу, что автор исследования, о котором мы сегодня поговорим, проанализировала ситуацию в регионе и пришла к выводу, что нетрудоустроенные женщины, которые живут в бедности и зависят от социальных пособий, больше подвержены риску стать жертвами гендерного или домашнего насилия. Кроме того, автор доклада пришла к выводу, что законодательная база в Молдове по-прежнему нуждается в доработке, так как не защищает в полной мере жертв домашнего и гендерного насилия. Ну что ж, я озвучила всего лишь несколько тезисов, которые содержатся в этом докладе, подготовленном Еленой Базуевой. И сегодня у нас будет замечательная возможность услышать все, что называется, из первых уст, все подробности, детали, рекомендации. И рекомендации мы обсудим сегодня с представителями государственных институтов, бизнес-среды и гражданского общества. Что сейчас мы находимся лайв на Фейсбуке и на привеске ЕЛ. Здесь в нашей сегодняшней конференции есть возможность воспользоваться переводом. Внизу на панели можно будет увидеть соответствующие кнопки. Есть перевод с английского на русский, с русского на английский. Также хочу отметить, чтобы все желающие писали свои вопросы, рекомендации в общем чате, которые мы обязательно озвучим в рубрике «Ответы-вопросы». А сейчас хочу предоставить слово многоуважаемому Башкану Гагаузе Ирине Влах. Ирина, здравствуйте, и вам слово. Бунезио, драч колечи, член задумневастра Симата Донна Аль-Хатиб, интерпент мажоритария партичпанцева ла шединце диас кунос майбиния либо русы, вой ворбейн русы. Астес сказала несколько слов на государственном языке, поскольку большинство участников из наших коллег сегодня знают русский язык и говорят на русском языке. Я буду говорить сегодня на русском, чтобы все чувствовали себя комфортнее, чтобы мы могли спокойно друг друга понимать и обмениваться нашими позициями. В то же время я хочу воспользоваться случаем и отмечу одно очень важное преимущество, которое дают нам наши знания. Я лично продлила свой рабочий день для того, чтобы выучить государственный язык, и уже неоднократно почувствовала, как эти знания делают меня лично сильнее и расширяют спектр моих возможностей. Вообще, коллеги, процесс управления — это искусство общения, и это искусство диалога. Это действительно настоящее искусство, которое требует большого объема знаний и способности находить подходящие аргументы для того, чтобы убедить партнеров по диалогу. В демократической конструкции нет других инструментов, кроме диалога и убеждения, так как демократия построена на праве каждого человека на свое мнение и на свободу своего мнения, не нарушая закон.
Демократия не допускает словесной или тем более физической агрессии. Любые подходы, которые оскорбляют достоинство человека, атакуют его право на мнение, являются разрушительными для демократии. В основе демократии лежат взаимное уважение, готовность поддержать ближнего, даже если он придерживается абсолютно другого мнения. И я уверена, что нам еще предстоит научиться жить в демократической модели устройства государства и быть в этой модели не только потребителями демократии, но быть и донорами, то есть людьми, которые своим примером и своей работой укрепляют демократию. Сегодня у нас с вами состоится обмен мнениями на тему гендерного равенства через призму экономического положения женщин в нашем обществе. Конечно же, я являюсь сторонницей максимального присутствия женщин в управленческих процессах на всех руководящих органах, и у меня, конечно же, есть на это все свои аргументы. В последние годы, к сожалению, в обществе растет уровень нетерпимости и агрессии, и это в большей степени связано с практиками, используемыми политиками в борьбе за власть. Претенденты за власть становятся все более агрессивными, а их программы становятся все более пустыми. У них нет идей и проектов, способных убедить людей следовать за ними, чтобы вместе строить будущее. Этот дефицит идей и проектов они компенсируют агрессией и генерированием общественных страхов. Это поистину вредные практики, которые раскалывают общество и компрометируют доверие людей к политикам и к властям вообще. И эта эгоистичная игра будет иметь весьма грустные последствия на ближайший период. Нам всем необходимо излечиться от нетерпимости и чрезмерного эгоизма и вспомнить, что все большие дела нам удавались, когда мы объединялись и работали вместе. Общество сильно, когда мы добры друг другу и поддерживаем ближнего своего, когда мы заботимся друг о друге и сосредотачиваемся вместе на правильных целях. Сегодня человечеству и обществу нужна эволюция, но не революция. Для этого необходимо, чтобы на смену модели правления, основанной на сухом прагматизме и постоянной готовности к применению силы, пришла модель правления, основанная на мудрости, доброте и способности найти компромиссы даже в тех ситуациях, которые нам всем вместе кажутся абсолютно безвыходными. Поэтому я сторонница привлечения женщин в управленческие процессы. Женщины в большинстве своем подходят к решению проблем с большей добротой, теплотой, всегда ищут и практически всегда находят компромисс, в то время как мужчины в большинстве своем легко переводят полемику в поле битвы. Женщины в большинстве своем менее эгоистичны. Роль мамы учит женщину постоянно делиться временем и энергией. Мама не готовит то, что хочет и когда она хочет. Мама всегда готовит то, что хочет ее семья и когда хочет ее семья. Эта способность дарить себя необходима сейчас и в управленческих процессах. Примеры женщины могут привнести в процесс приоритизации лучший баланс между добротой и между прагматизмом. Но для того, чтобы успешно конкурировать с мужчинами, нам необходимо постоянно и очень много учиться. Сегодняшний мир очень непрост. Социальные и экономические конструкции сложны, и их понимание требует знаний во многих областях. Мы должны учиться работать с большими объемами разной информации, замечать угрозы и вызовы, правильно расставлять приоритеты и разумно распределять нашу энергию и наше время. Но я уверена, мы, женщины, можем все.
Всего лишь захотеть нам необходимо и захотеть по-настоящему. Сегодня в команде исполнительного комитета Гагаузии работает много женщин и девушек. И это абсолютно не связано с тем, что я являюсь женщиной. В нашей команде работают образованные и постоянно развивающиеся женщины-управленцы, которые предельно ясно осознают свою ответственность и осознают свою миссию принимать решения, определяющие развитие нашей автономии. Все наши решения должны сделать завтрашнюю Гагаузию лучше, чтобы дети выбирали свое будущее в Гагаузии и находили здесь все необходимое для жизни. Мы работаем в атмосфере взаимного уважения, и мы всегда помогаем друг другу. Эта атмосфера в основном заслуга женщин нашей команды. Мы хорошо понимаем, что наше поведение может служить примером для всего общества. И это понимание всегда нас мобилизует все больше и больше. Хочу сегодня призвать всех наших женщин верить в себя, учиться. Власти, мы будем предпринимать действия, чтобы возможностей учиться было достаточно и чтобы все эти возможности были доступны. Хочу поблагодарить сегодня всех наших партнеров за возможность выступить перед вами. И хочу поблагодарить вас за внимание и хочу пожелать всем нам хорошей работы. Спасибо огромное, Ирина. И сейчас я передаю слово Диме Архатип, постоянному представителю ПРООН Молдова. Thank you very much, and good morning, everyone. Good morning, Madam Bashkan. Спасибо большое, доброе утро, госпожа Башкан, уважаемые коллеги. Я очень рада присутствовать на этой встрече по обсуждению очень важного отчета, который был сделан в сотрудничестве с Российской Федерацией, который посвящен такой важной теме, которая находится в сердце. Сердце развития страны и особенно в условиях пандемии COVID. Мы будем обсуждать положительные и отрицательные факторы, связанные с расширением прав, экономических прав и возможностей женщин, об интеграции женщин, жертв домашнего насилия и из других уязвимых групп. Проблемы доступа женщин к рабочей, к рынку труда, и расширение их прав и возможностей, они неразделимо связаны друг с другом. Все это связано и с экономическим развитием, и все это влияет на женщины в целом, на благосостояние общества. Насилие против женщин – это ужасающий феномен, который есть в каждой стране мира. И это влияет на реализацию прав женщин. Цели устойчивого развития не могут быть достигнуты без расширения прав женщин и девочек. Мы здесь, в ПРООН Молдова, поддерживаем усилия правительства Республики Молдова и властей Гагаузии, и местных властей, и наших партнеров по развитию, для того, чтобы находить устойчивые решения для преодоления разрыва неравноправия между женщинами и мужчинами. При финансовой поддержке правительства Молдовы, Гагаузии и Кореи мы сумели составить такую полноценную программу для устройства специальных услуг, институтов, которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия, для создания системы направления и также для поддержания работы междисциплинарных групп. Это такой пример работы заинтересованности со стороны местных властей и со стороны руководителей автономии. Вот благодаря такой совместной работе мы сможем найти устойчивые решения и для этих женщин, и, как я уже сказала, которое скажется в целом на обществе. Это очень многообещающее начало. И мы продолжаем заверять в нашей приверженности этому, этой цели.
для того, чтобы остановить насилие и также преодолеть экономическую зависимость и помочь женщинам интегрироваться в экономику. Я с нетерпением буду ждать дискуссии сегодня вокруг этих важных вопросов. Мы исповедуем такой целостный, многосторонний подход к этой проблеме, в которой участвуют и гражданское общество, и власти, и многие другие заинтересованные стороны. Следующему этапу нашей сегодняшней встречи – это презентация доклада «Механизмы координации гендерных аспектов АТО Гагаузия». И сейчас я хочу передать слово для того, чтобы его представить Златовичной Ирине. Это главный специалист отдела координации внешней помощи Главного управления внешних связей АТО Гагаузия. Ирина? Да, секундочку. Мы вас слушаем. Добрый день, госпожа Башка. Добрый день, госпожа Дима. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Златовчина, и я представляю Главное управление внешних связей Гагаузской автономии. Предлагаю вам рассмотреть механизмы координации гендерных аспектов АТО Гагаузия. Стоит отметить, что ПРООН в Молдове руководствуется документом по страновой программе и содействию развития ООН Молдова на 2018-2021 годы, и это соответствует приоритетам правительства Молдовы. Охватывает три межсекторальные области, такие как гендерное равенство, кризисный ответ и влияние развития. Невозможно не отметить интерес гагаузской автономии, проявленный к гендерному равенству. Этому подтверждение является тесное сотрудничество с ПРООН, внедрение ряда крупных проектов, а также финансовая поддержка исполнительного комитета в виде контрибуций. Далее мы с вами рассмотрим проекты, которые были реализованы совместно с ПРООН. Одним из самых крупных проектов стал региональный центр жертв насилия в семье. Услугами данного социального учреждения могут воспользоваться женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Центр предоставляет услуги юриста, социального ассистента, услуги психолога, помощь в трудоустройстве, а также услуги временного размещения и количество человек. Центр вмещает 18 человек. Основная миссия данного центра – это защита и помощь женщинам в сложных ситуациях. Далее, в дополнение к предыдущему проекту создаются мультидисциплинарные команды. Это такие команды, куда входят социальные работники, полицейские, сотрудники системы образования соответствующих населенных пунктов, представители местных МПО и инициативные группы. Такие команды будут созданы в 10 населенных пунктах Гагаузии. Они будут обучены оперативно действовать в любом случае насилия и определять лучшие решения проблемы. Следующий проект, который был внедрен, это устойчивое сообщество к изменению климата через расширение прав и возможностей женщин. Первый этап. Он подразумевает информационную поддержку. Были проведены многочисленные тренинги, информационные семинары для потенциальных бенефициаров проекта. Второй этап – это помощь, грантовая помощь для 30 сообществ, более 60 домохозяйств и 10... The second stage. Данного проекта будут домохозяйства, женщины-предприниматели и МПО. Далее предлагаю вашему вниманию... Юля, я готова. Then we are going to look at the project, which is being implemented now. It is implemented in Komrat, and it is called Women's Digital Center. This is an educational project in digital and entrepreneurial preparation for women in Moldova. And experts, specialists teach, give the skills of
computer literacy and promoting business through advertising, and also they help the skills to create a web page. Then let us look at the priority projects within the framework of women empowerment. This is a perinatal center in Chaturlunga. What are the tasks here? First of all, it is the reconstruction of the department, its equipment with furniture, and услугам, повышение мотивации медицинских работников. И хотелось бы сказать, что мы не можем не понимать, что вся жизнь начинается в перинатальном центре, и это очень важно для женщин и детей в том числе. К сожалению, фактом остается то, что дети рождаются в условиях 20 века и выходят в мир 21 века. Известно, что при благоприятных родах и раннем послеродовом периоде вырастает психически здоровая личность. Секундочку, еще пару слов я скажу по перинатальному центру. Я хотела от себя сказать, что женщины имеют право на доступ к качественным медицинским услугам. Еще одной инициативой со стороны команды исполнительного комитета является создание центра по работе с агрессорами. Помощь для реабилитации необходима не только жертвам домашнего насилия, но и агрессорам. При наличии центра, который уже есть, это центр для жертв семейного насилия и центр по работе с агрессорами, это одно целое, и при наличии этих двух центров эффективность работы по предотвращению насилия в семье будет расти в разы. В данном центре будут вестись работы с агрессорами, в то время как жертва будет направлена в реабилитационный центр. Хотелось бы подвести итоги и сказать, что за последние два года для нас стало большим достижением имплементирование, внедрение четырех проектов совместно с ПРООН, ориентированных на смягчение и сокращение гендерного насилия, включая бытовое насилие, экономическое стимулирование женщин и девочек, а также социальная защита. У команды исполнительного комитета на данный момент есть еще несколько инициатив, и мы готовы предпринять радикальные меры по устранению давнего неравенства во многих областях жизни женщин и по построению более справедливого и устойчивого мира. За последние десятилетия был достигнут прогресс, все больше женщин получают образование, меньше заключают ранние браки, все больше женщин работают в парламенте и занимают руководящие должности. На этом моя презентация подошла к концу, и я благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Ирина. Что ж, далее продолжаем нашу конференцию тем, что продемонстрируем вам Vox Populi, это такой соцопрос, который был проведен на улицах Гагаузии, и мои коллеги узнали мнение местных жителей о том, насколько женщины в Гагаузии проинформированы о своих правах, насколько знают ли они, куда обращаться, если они стали жертвами гендерного или домашнего насилия. Кроме того, мои коллеги узнали мнение людей о том, какие пробелы есть в законодательстве и что, по их мнению, нужно изменить. Что ж, внимание на экран. Женщины проинформированы в достаточном порядке. Для них доступны все вот эти источники информации. По максимуму она информирована, в случае чего она может обратиться в полицию. Я не думаю, что достаточно. Нет. В нашей стране, наверное, мало информированы. У нас просто, как сказать, не все идут учиться дальше, ездят на заработки, особо не знают своих прав.
женщины, потому что они больше работают, на заработки ездят. Мужчины, вижу, что не работает все, просто нету работы. В равном порядке получают и женщины, и мужчины. Женщины больше получают зарплату, а то женщина уезжает, оставляет мужей, оставляет детей и уезжает на заработку, а мужчина здесь запивает. Равенства не должно быть. Я думаю, что женщина должна уступать мужчине, чтобы мужчина все-таки больше зарабатывал, чем женщина. Конечно, женщины. Почему? Что больше работают. Я уверен, что мужчины, конечно. Необходимо, конечно, стремиться к равенству, но мы не можем отрицать реальность. Думаю, что пока законы у нас функционируют нормально и защищают. Все учесть нельзя, надо кое-какие совершенства делать. Есть это насилие, и не все жалуются, и никто ничего, и полиция ничего не делает. Тот уровень законодательной базы, который присутствует у нас, в том числе в Европейском Союзе, соответственно, наше стремление ассоциироваться с Европейским Союзом, подчеркивает то, что на самом деле у нас достаточно сильна законодательная база. Что ж, вот такого мнения придерживаются жители Гагаузии. Мы сейчас с вами подобрались к основному этапу нашей сегодняшней встречи, а это именно презентация доклада, выполненного международным экспертом, профессором Пермского государственного национального исследовательского института Еленой Базуевой. Называется он «Исследование по проблеме расширения экономических возможностей женщин в АТО Гагаузии». Елена, добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Разрешите, пожалуйста, представить вам результаты выполненного исследования по оценке позитивных и негативных факторов, влияющих на расширение экономических возможностей женщин в АТО Гагаузия. Актуальность данной проблематики не вызывает сомнения, потому что в настоящее время многие эксперты считают, что гендерное равенство является в условиях современной экономики одним из факторов устойчивого развития, потому что в ином случае общество несет достаточно высокие экономические, социальные и политические издержки. Уровень и масштабы распространения насилия в отношении женщин представлены на слайде, и мне хотелось бы сакцентировать внимание, что в анализируемый период с 2010 по 2018 год уровень распространения насилия в отношении женщин в Молдове увеличился на 13%. И именно в этот период времени были приняты и активно реализовывались нормативно-правовые документы, касающиеся вопросов обеспечения гендерного равенства и преодоления гендерного насилия. В связи с этим возникает вопрос, а какие же все-таки факторы влияют на уровень насилия в отношении женщин? Прежде всего, необходимо отметить, что такие факторы, как экономическая независимость, уровень занятости, уровень образования, наличие жилья, нашли подтверждение, что если эти факторы проявляются в экономике страны, то насилие в отношении женщин уменьшается. Однако, как показывают результаты программ внедрения микрофинансирования в развивающихся странах и результаты многих исследований, эти факторы не будут иметь места в стране, если в стране существует достаточно высокий уровень патриархализации сознания, то есть допустима реализация различных дискриминационных практик по отношению к женщинам, в том числе в виде крайних форм, в виде насилия в отношении них. Также ученые обращают внимание и находят подтверждение в результатах исследования, что здесь влияет
высокий уровень гендерного равенства в стране, на то, каким образом будет возникать взаимосвязь между факторами влияния на уровень насилия в отношении женщин. Потому что в этих условиях высокий уровень экономической активности женщин и санкционированность проявления различных форм дискриминационных практик в отношении женщин санкционированы государством. И в этих условиях проявлять их достаточно сложно. Именно исходя из этого, мы использовали эти постулаты в рамках нашего исследования, в том числе акцентируя внимание на том, как соотносятся те нормативно-правовые акты, которые есть де-факто в стране и в регионе, и, соответственно, как они, какие есть де-юре и какие де-факто реализуются. Кроме этого, нужно было сакцентировать внимание на том, а как принимается женщинами возможность проявления по отношению к ним различных дискриминационных практик. И мы добавили эту компоненту в наш анализ. Анализ полноты законодательства Республики Молдова показал, в том числе это подтверждено результатами исследования женщины, бизнес и закон Всемирного банка 2020, что в регионе и в стране в целом обеспечивается 100% формально законодательно гендерное равенство. Исключением являются две сферы. Это пенсионное законодательство в части различий в возрасте выхода на пенсию и в аспекте экономических прав, а именно то, что не регламентировано, равная оплата за труд равной ценности и не санкционированы сексуальные домогательства на работе. Однако, как показал наш анализ, возможности реализации экономических прав на рынке труда региона в большей степени ограничены. Основной показатель, который характеризует успешность развития рынка труда, это уровень экономической активности женщин. В настоящее время по результатам Национального статистического бюро уровень составляет 33%. Это в два раза ниже, чем в среднем в странах ЕС, и почти в три раза ниже, чем в странах-лидерах по гендерному равенству. Вызывает обеспокоенность тот факт, что в основных возрастных группах, которые обеспечивают максимальную отдачу от человеческого капитала в возрасте 25-44 года, уровень экономической активности имеет наибольшее негативное снижение. То, что в возрастных группах старше 65 лет растет уровень экономической активности, прежде всего среди женщин, объясняется вынужденной занятостью из-за низкого уровня пенсии. В целом, уровень экономической активности женщин в регионе ниже, чем уровень экономической активности мужчин. И это же характерно для второго показателя, характеризующего уровень занятости, для второго показателя, характеризующего динамику развития рынка труда, уровень занятости. И, как видно на слайде, основными негативными тенденциями является то, что за анализируемый период сокращалось количество занятых женщин в регионе из-за того, что количество предприятий и количество занятых, прежде всего в традиционных отраслях женской занятости, сокращалось. В связи с тенденциями, современными тенденциями развития экономики вызывает обеспокоенность тот факт, что занятость сокращается среди лиц с высшим и среднеспециальным образованием, в то время как уровень занятости среди лиц со средним образованием и без среднего образования увеличивается. В будущем это может стать дополнительным ограничением по развитию региона в условиях экономики, основанной на знаниях. В связи с этим вызывает обеспокоенность то, что уровень образования, уровень девушек,
обучающихся в системе высшего образования уменьшается. И в экономике, которая ориентирована на высокое качество человеческого капитала, в условиях экономики знаний это может стать дополнительным фактором дискриминации женщин на региональном рынке труда. Кроме того, как показывают результаты исследований, проведенные в регионе, это может стать дополнительным фактором увеличения вероятности насилия в отношении них, потому что женщины с высшим образованием реже подвергаются насилию в регионе, нежели женщины, не имеющие высшего образования. В связи с обозначенными событиями также вызывает обеспокоенность факт, что уровень женщин в группе НИТ, не имеющих образования, не занятых в настоящее время в системе образования, профессиональной подготовки или занятости, растет. Прежде всего, растет среди тех, кто имеет высшее образование. Кроме того, более 40% женщин, проживающих в городской местности в регионе, входят также в эту группу. Это может свидетельствовать о том, что рынок труда в регионе несовершенен, и система образования также не обеспечивает реализацию тех потребностей рынка труда, которые сложились на данный момент времени. На этом фоне увеличивается гендерная дискриминация в оплате труда. То, что в ТО Гагаузия в большей степени характерно гендерное равенство в оплате труда, к сожалению, не может носить позитивную тенденцию, потому что, как показали результаты нашего анализа, здесь реализуется так называемая концепция равенства в бедности. Дополнительный анализ структуры потребительских доходов показал, что 90% потребительских расходов прежде всего составляют расходы на продукты питания и товары первой необходимости. Согласно исследованиям, если такие расходы составляют более 50%, то такое население может считаться бедным. Исходя из выше приведенного анализа, можно констатировать, что в ТО Гагаузия проявляется весь спектр факторов, с которых мы начали свой доклад, которые могут в перспективе увеличить вероятность насилия по отношению к ним и стать фактором дополнительной дискриминации женщин на рынке труда. Далее дадим оценку масштабам и уровню распространенности определенных видов гендерных стереотипов по отношению к женщинам в регионе. С этой целью мы использовали данные доклада ООН «Перспективы человеческого развития в контексте социальных норм, изменения правил игры в отношении гендерного неравенства». В рамках этого доклада рассчитывается индекс гендерных социальных норм. Структура данного индекса представлена на слайде. Оно оценивает уровень предубеждений в 4 основных сферах жизнедеятельности населения – политика, экономика, образование и физическая неприкосновенность. И в стране 90% населения имеют те или иные предубеждения по отношению к женщинам. Вызывает беспокойство тот факт, что 58% населения считают, что мужчины – в случае ограниченного количества вакансий должны иметь предпочтение. Кроме этого, именно мужчины являются лучшими лидерами для бизнеса, для руководства предприятиями, нежели женщины. Каждый 6-й житель республики считает, что высшее образование предпочтительно для девушек, предпочтительно для мужчин, нежели для девушек. И в аспекте нашего исследования необходимо отметить, что 65% населения считают допустимым применение дискриминационных практик по отношению к женщинам. Если мы посмотрим этот показатель в аспекте пола, то здесь 61% женщин согласны с тем, что к ним возможно применение насилия,
и 68% мужчин считают так же. Конечно, мы можем сказать о том, что в принципе ситуация в стране соответствует среднемировой. Но если мы посмотрим одну из стран-лидеров гендерного равенства, Швецию, у которых создан наиболее эффективный механизм обеспечения гендерного равенства, то мы увидим, насколько страна отстает по уровню, насколько страна в большей степени имеет патриархализацию сознания. В этих условиях, безусловно, сталкиваются женщины с тем, что они считают ответственными себя за то, что с ними произошел опыт насилия. И они считают, что социальное окружение не должно вмешиваться в дела семьи, если они даже знают о том, что в этой семье осуществляется насилие. Уровень распространенности такой установки, как показали результаты исследований в Молдове и в ОТО Гагаузии, составляет 55%. И это в 4 раза выше, чем в странах ЕС. Необходимо отметить в качестве положительной тенденции то, что данная установка в большей степени характерна для женщин старших возрастных групп. То есть можно отметить, что для региона характерно изменение, позитивные изменения, и молодое поколение в большей степени имеет эгалитарное видение о том, как должны быть устроены отношения по отношению к женщине. Далее необходимо в качестве позитивного момента отметить, что результаты исследования ВТО Гагаузия показали, что некоторые работодатели готовы к тому, что на их предприятиях будут предоставлены рабочие места женщинам, которые подверглись насилию. Это говорит о том, что часть работодателей изменяют патриархальные установки и готовы к реализации гендерно-чувствительной политики на рабочих местах. Каковы же причины низкой результативности действующего законодательства и реализуемых программ? Прежде всего, надо отметить, что в ВТО Гагаузия реализуется различный спектр информационно-пропагандистских мероприятий по гендерному образованию. Однако в результате того, что охват населения небольшой, и данные мероприятия проводятся эпизодически, то население отмечает низкий уровень информированности о политике в области гендерного равенства и противодействия гендерному насилию. Так, согласно результатам исследований, проведенных в Молдове и в ВТО Гагаузия по проблемам насилия в отношении женщин, только каждая четвертая женщина считает, что она достаточно хорошо осведомлена в этих вопросах. Как показывают результаты исследования, действия представителей различных органов власти в реализации политики гендерного равенства и противодействия гендерному насилию имеет низкий уровень скоординированности. Прежде всего, это связано с тем, что специалисты, работающие в данной области, подчинены разным уровням власти. Хотя, как сейчас только что передо мной докладчик презентовал, возможно, реализация этого проекта снизит уровень раскоординированности действий между различными министерствами и ведомствами поддержке женщин, подвергшихся насилию. Кроме этого, надо отметить, что местные органы власти слабо осведомлены о политике гендерного равенства и противодействия насилию. Так, по результатам исследования, проведенного в ВТО Гагаузия, из 23 респондентов, представителей органов власти и некоммерческих организаций, только один полицейский участвовал в специализированном обучении, в тренингах по данной проблематике. Кроме этого, для того, чтобы подход гендерный реализовывался системно, необходимо, чтобы в каждом
в каждой ведомстве, в каждом ведомстве были специальные эксперты, которые занимаются вопросами гендерного равенства. На данный момент данных экспертов в структуре администрации АТО Гагаузия нет. Кроме того, как показали результаты исследования, вопросы психологического насилия, сексуальных домогательств на работе, они не регламентированы и нет санкций за данные действия. Реализуемые санкции в аспекте регулирования физического насилия, как показывают результаты исследований со стороны женщин, подвергшихся насилию, они считают, что результативность этих санкций достаточно низкая, потому что приходится выплачивать штрафы из семейного бюджета. Количество дней, на которые привлекаются мужчины на общественные работы, очень маленький, и это не обеспечивает женщинам защиту на длительный срок. Обязательность посещения реабилитационных программ, несмотря на это, низкая. Исходя из выявленных негативных факторов, которые могут оказать риск на рост дискриминации в отношении женщин и позитивного опыта, который реализуется в настоящее время в ряде стран, таких как Швеция, другие страны ЕС, Соединенные Штаты Америки, и рекомендации, которые даны Организации Объединенных Наций по внедрению комплексного гендерного подхода, мы разработали систему мер, направленную на сокращение насилия в отношении женщин. Данная система мер прежде всего включает создание системы гендерного образования. И согласно рекомендациям по внедрению гендерного подхода Швеции, прежде всего здесь должны быть задействованы представители региональных и местных органов власти. Далее. Должны участвовать представители бизнеса, которые ограничивают возможность реализации женщинами их потенциала. Обязательное обучение населения, причем сквозным характером, от детского сада до вуза. И обучение представителей СМИ, которые должны правильно подавать информацию в массы без гендерных предубеждений. Обязательно для того, чтобы женщины могли реализовывать свой капитал, не занижая свои профессиональные качества, в поддержку реализовывать спектр различных программ и проектов по развитию личностного потенциала женщин. И здесь я бы хотела остановиться на последних двух проектах, которые на слайде обозначены. Это профориентационный проект для девушек на получение высшего образования. И здесь можно закрыть другую проблему, которая в настоящее время решается в современном обществе. Это недостаток женщин в так называемых специальностях естественно-научного профиля и информационных технологий. Кроме этого, возможно создать инновационное предприятие группой женщин из социально уязвимых категорий населения, которые имеют высшее образование. И это могло бы остановить отток высококвалифицированных кадров из региона в другие регионы страны или в другие страны. Можно было бы привлекать сюда выпускников индустриального колледжа, который создан в Камрате, и разместить это предприятие, наукоемкое предприятие, в индустриальном парке, который в настоящее время создается в Камрате. Также можно реализовывать ряд исследовательских проектов, и прежде всего здесь важен проект, который бы мог осуществлять мониторинг, каким образом микрофинансирование влияет на уровень насилия в отношении женщин. Я благодарю вас за внимание, за возможность презентовать результаты данного исследования. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Как вы сами озвучили, у нас действительно сейчас есть возможность послушать вопросы наших участников сегодняшней конференции. И если они есть, прошу вас, можете подключиться к нашему диалогу.
Да, если можно, один вопрос, Светлана Миронова. Я обратила внимание и в докладе, и вот сейчас была сказана одна интересная фраза. Мне просто хотелось посмотреть, а как это все имеет возможность работать, что работодатели предоставляют место жертвам насилия в семье. Не получится ли это разглашение персональных данных, это раз. Во-вторых, эта женщина, чтобы в будущем, не будет ли она дискриминирована теми же коллегами, по крайней мере. Как работодатель узнает о том, что она является жертвой? Вот ключевой вопрос, чтобы предоставить это место. В данном случае не обязательно работодателю. То есть работодатель в данном случае должен реализовывать так называемую гендерно-чувствительную политику. То есть если он знает, что на его предприятии работает женщина, которая подверглась насилию, то он должен создать те условия для того, чтобы она могла, например, как реализуется в штате Нью-Йорк, чтобы она могла проходить реабилитационные мероприятия без потери работы, без потери заработной платы. То есть в данном случае коллеги не должны знать о том, что эта женщина подвергалась насилию. Задача руководителя в том, как раз, чтобы обеспечить стабильность ее занятости без потери уровня дохода. Потому что, как я начинала свой доклад с того, что стабильность занятости является одним из факторов, который может сокращать насилие в отношении женщин, потому что многие женщины вынуждены увольняться, например, в этот период времени из-за того, что они не могут совмещать реабилитационные мероприятия с занятостью. Они боятся то, что коллеги узнают о том, что у них был опыт насилия. И работодатели должны создать такую атмосферу на предприятии, чтобы женщины, которые подвергались насилию, не чувствовали дискриминации еще и по этому признаку. Если я ответила на ваш вопрос? Да, конечно, спасибо. Вот ключевое все-таки у нас то, что я написала, что в целом в регионе действительно очень низкая экономическая занятость, и вот сам механизм пока для меня все-таки остается неясным, каким образом работодатели все-таки будут информированы о этих фактах. Может быть, здесь встанет на защиту женщин тот же региональный центр, который, может быть, будет направлять на какие-то виды занятости жертв насилия в семье. Причем мы можем говорить о том, что у нас есть и мужчины, все чаще появляются в Гагаузии как жертвы насилия в семье. Психологического, наверное, скорее всего. Да? Есть и физическое, есть примеры. Значит, может быть, вот этот региональный центр, либо усилить направленность социальных служб, которые будут оказывать эту помощь. Просто как к примеру, допустим, у нас офис народного адвоката, омбудсмен, мы проводим защиту осведомителей по неподкупности. Возможно, допустим, наделение такими же функциями, примерно такими же функциями какой-то организации, которая будет заниматься контролем того, что происходит с жертвой в будущем. Вот, на мой взгляд, пока вот этот контроль пока остается за самой жертвой, что она может сделать, что не может сделать. Да, я с вами абсолютно согласна, и ведь здесь можно развивать дальше о том, что если мы говорим о, например, психологическом насилии, то доказать о том, что был такой акт, ведь жертве достаточно сложно. Почему? Потому что в настоящее время, согласно законодательству, это должна делать жертва. Если мы говорим о, например, практике развитых стран, то там это перелагается на то, чтобы доказать, что этого не было, например, на работодателя. Да? И в данном случае как раз это тоже может стать комплексной поддержкой защиты жертв домашнего насилия.
Уважаемые коллеги, если можно, маленькую ремарочку. Да, добрый день. Очень рада вас поприветствовать. И действительно, сегодня в Гагаузии происходит такой очень значимый день, связанный с тем, что поднимается такой очень важный вопрос и проделана действительно феноменальная работа, связанная с оценкой ситуации, что касаемо гендерного равенства на территории Гагаузии. Меня зовут Георгиева Светлана, я представляю региональный центр реабилитации жертв насилия в семье АТО Гагаузии. Это публичное учреждение, подведомственное главному управлению здравоохранения и социального обеспечения АТО Гагаузии. Конечно же, хочу выразить огромную благодарность основным инициаторам создания такого центра. Это, конечно же, исполнительный комитет и UNDP, потому что эта потребность в этом центре возникала давным-давно, и, наконец-то, мы имеем такую готовую инфраструктуру, которая может улучшить качество жизни женщин, да, помочь ей обезопасить, вселить надежду, предоставить качественные услуги и временное размещение. Светлана Андреевна, что касаемо вашего вопроса, женщины, которые обращаются в наш центр, конечно же, это жертвы домашнего насилия, и которые в течение месяца, двух, трех пользуются услугами временного размещения, но это не означает, что мы не работаем с ними. Мы в течение этого периода времени предоставляем комплексные услуги для того, чтобы интегрировать их в социум, но мало того, что мы их интегрируем в социум, конечно же, это длительный, детальный мониторинг работы с женщинами, которые подверглись домашнему насилию. Мало того, мы сейчас сотрудничаем с неправительственной организацией, в партнерстве подали проект UNDP, который целью данного проекта является способствовать устойчивой реинтеграции прав и возможностей уязвимых женщин в обществе в целом, с особым уклоном на продвижение женщин на рынок труда. И этот проект является таким комплексным, он делится на четыре составляющие. Первое – это мобильная бригада, которая будет ближе к бенефициарам, к женщинам, которые проживают, допустим, в отдаленных населенных пунктах, где мы, группа специалистов, сможем предоставить консультативные услуги уже в самом населенном пункте. Почему мы выявили эту потребность? Потому что мы сейчас тесно ведем сотрудничество с примариями, со всеми теми партнерами, которые имеют доступ к потенциальным жертвам, либо к жертвам для того, чтобы проинформировать о нашей деятельности и, конечно же, для того, чтобы шел процесс переадресации. Ну и, конечно же, наши услуги делятся на два компонента. Это временное размещение, дневные консультативные центры, и услуги, вернее. И здесь вот женщина, если она находится, допустим, далеко от самой инфраструктуры нашего центра, то ей сложно приезжать. И вот мы обратились за финансовой поддержкой для того, чтобы создать мобильную бригаду, быть ближе к жертве. Следующий момент – это, конечно же, помощь в трудоустройстве. Это координация от составления CV, поиска работы до самопрезентации, до трудоустройства и для того, чтобы женщина имела определенный уровень дохода. Это одна составляющая. Вторая составляющая – это, конечно же, тоже интересный компонент. Надеемся, что он у нас с успехом удастся. Это финансовая поддержка женщин, которые трудоустраиваются. Это будет как софинансирование к заработной плате. И что мы выявили еще для себя, конечно же, это то, что чаще всего жертвы домашнего насилия, они не имеют образования. Это действительно так, и это усугубляет их фактор трудоустройства, то есть они не являются конкурентоспособными в плане трудоустройства, и, соответственно, шансов на трудоустройство у них намного меньше. И здесь мы планируем внедрить такой компонент, как профессиональная подготовка, то есть женщины будут иметь возможность воспользоваться данной услугой, получить среднеспециальное какое-то образование, это, допустим, швея, кондитер. Мы готовы брать на себя ответственность и с финансовой точки зрения покрыть расходы. Да, на сегодняшний день этими услугами можно воспользоваться и на бесплатной основе, потому что Центр занятости населения предоставляет такой комплекс мер. Но, к большому сожалению, на территории Гагаузии училище, которое до сих пор предоставляло эти услуги, оно не прошло, не знаю, почему они не подали пакет документов. Соответственно, если женщина или девушка хочет пройти такое обучение, она может пройти только в Кишиневе, либо только в Бельцах. Мы, в свою очередь, уже приняли такое решение, что мы сможем предоставлять это
этот вид услуг здесь, на территории Камрата, женщины смогут повысить свои компетенции, свои знания в той или иной области. И цифровая грамотность. Проблема, конечно же, это элементарно женщины домашнего насилия, да, они жертвы домашнего насилия, они элементарно не умеют пользоваться, не все, конечно же, Excel, Word, цифровой грамотности, и здесь мы тесно будем сотрудничать с экспертами, которые будут обучать женщин, и, конечно же, они будут увеличивать определенные шансы на трудоустройство. Светлана, можно я задам вопрос вам? Скажите, пожалуйста, а вот вы озвучили тот спектр специальностей, по которым планируется трудоустраивать женщин. И этот спектр специальностей, прежде всего, вот вы назвали, они традиционные специальности. А планируете ли вы в будущем, возможно, повышая профессиональный уровень профессиональных качеств женщин, ориентировать все-таки их на более высокоемкие, наукоемкие специальности для того, чтобы соответствовать потребностям экономики другого уже уровня? Конечно же, будем. Конечно же, это является приоритетом для нас, для нашего центра, для нашей команды. Почему? Потому что мы понимаем, что если девушка, женщина имеет высшее образование, она, соответственно, является более конкурентоспособной. Мы проводим и психологические консультации. Да, если она говорит, что она, допустим, не готова, она не хочет, она не видит себя в этой сфере, то, конечно же, психолог вовлекается в этот процесс, команда вовлекается в этот процесс для того, чтобы мотивировать, вселить в надежду, да, и додать какой-то определенный толчок. Спасибо. Спасибо огромное. Есть еще у кого-то вопросы? Кто-то хотел бы адресовать его докладчику? Здравствуйте. Если можно, я хотела бы прокомментировать и дополнить информацию, которая была представлена госпожой Базуевой. Меня зовут Герганова Анна, я представляю Министерство труда. И наше управление ответственно за политики на рынке труда. Хочу поблагодарить за представленную информацию. В принципе, это исследование, оно как бы правильно отражает ситуацию на рынке труда. У нас действительно уровень, все показатели относительно занятости женщин чуть-чуть ниже по сравнению с мужчинами. И основной причиной этому является то, что все-таки женщины в Республике Молдова больше вовлечены в домашнюю работу и уход за детьми. То есть это одна из основных причин, потому что если учитывать вот по уровню образования, когда мы анализируем данные по безработным, то в принципе уровень образования женщин не намного уступает уровню образования мужчин. То есть отсутствие образования, соответствующего уровня образования не является основной причиной, почему у нас женщины имеют более низкую активность на рынке труда. То есть основной причиной является, что все-таки женщины больше привержены к тому, чтобы они участвовали в воспитании детей и даже по уходу за какими-то членами семьи. Я, пользуясь случаем, хотела бы рекомендовать... Хотя Дана Георгиева сказала, что они сотрудничают с центром занятости, я хотела бы информировать вас, потому что, не знаю, может быть, знаете вы или нет, но все-таки хочу сказать еще раз, что центр занятости в Камрате, не только по всей стране, имеют специально адресованную программу женщинам, жертвам насилия в семье. Эта программа, она очень успешно внедряется на рынке труда сегодня и заключается в том, что работодателю предоставляется софинансирование к заработной плате в случае трудоустройства жертв насилия в семье. Это мероприятие было включено, оно вошло в силу 2 года назад. Мы сейчас производим анализ, как успешно внедряется данное мероприятие. У нас уже есть какие-то соображения по поводу улучшения данного мероприятия. То есть хотела сказать, что сотрудничество с вашим центром очень важно на местном уровне, не только с центром, но еще и с примарией, и с другими учреждениями на местном уровне. Итак,
Хотела бы поблагодарить еще раз за информацию. Очень важно иметь это общение региональный, центральный уровень, потому что так мы видим как бы недочеты и в законодательной власти, и не только, и в нашем сотрудничестве в целом. Как бы, не знаю, у нас вот в центре занятости в Камрате Наталья Мирон очень ответственный работник. Как бы мы замечаем это, и она очень добросовестно исполняет свои обязанности, поэтому как бы мы рекомендуем, чтобы это сотрудничество происходило, чтобы они все время присутствовали, вот, когда разрешаются такие вопросы. Центр занятости по закону обязан иметь трехсторонний совет, который включает исключительно и местные органы власти. И как бы, я не знаю, если вы участвуете в этом трехстороннем совете, но они обязаны иметь этот трехсторонний совет и разрешать различные проблемы безработных, связанные с их трудоустройством. Спасибо. Госпожа Герганова, если можно будет вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что есть поддержка по женщинам, которые подверглись домашнему насилию, да, работодатели предоставляют какие-то преференции, там, софинансирование. Вопрос, наверное, тот же, какой Светлана Андреевна Миронова задала, что касаемо статуса, то есть женщина раскрывает свои, ну, как бы данные о том, что она является жертвой насилия, либо это происходит, что она просто относится к категории социально уязвимых слоев населения, вот какой механизм? Потому что это очень важно, если женщина будет раскрывать, ее будет дискриминировать, и здесь как бы возникает очень много «но». Спасибо. Вас, Анна, вас не слышно. Извините, забыла включить микрофон. Значит, механизм следующий. Центр должен дать направление этой женщине, чтобы она с этим направлением, подтверждающее, что она является жертвой насилия в семье. Женщина с этим направлением идет в центр занятости, и на основании этого ее регистрируется статусом безработного, и дальше центр занятости подбирает ей рабочие места совместно с женщиной, с работодателем. Ну, конечно же, работодатель, он узнает об ее ситуации, как бы это невозможно скрыть. Но просто мне кажется, что надо работать над тем, чтобы женщины не боялись скрывать своего статуса, чтобы они не боялись как бороться с этой ситуацией. Потому что поэтому, может быть, поэтому и часто случается, что мы стесняемся сказать об этом, а когда проблема скрывается, то ее невозможно разрешить. Вот механизм такой, вы даете ей направление, что она подтверждающая, что она является жертвой, она с этим направлением идет в центр занятости, ее берут на учет и дают направление в соответствующее рабочее место, и данную субвенцию выплачивает центр занятости из госбюджета работодателя. Кстати говоря, эта субвенция предоставляется не только женщинам, жертвам насилия, но и бывшим заключенным, еще ряду уязвимых лиц на рынке труда, которые вот они в более сложной ситуации. И если, кстати, говорить, то это очень пользуется спросом, это активная мера по трудоустройству, по сравнению, например, с активной мерой, что касается трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Мы никак не можем убедить работодателей, чтобы они трудоустраивали лиц с ограниченными возможностями. Они говорят, что они менее продуктивны, и даже если мы им даем субвенцию, они все равно не хотят этих людей. А вот с этими женщинами, бывшими заключенными, как бы это мероприятие лучше идет на рынке труда, оно легче внедряется. По крайней мере, по анализу, который мы производим на основании данных центров занятости по всей территории Республики Молдова. Спасибо большое, госпожа Герганова. Что ж, я рада, что сегодня у нас наше мероприятие превратилось в такую платформу, на которой мы обмениваемся мнениями, налаживаем контакты. Дискуссии мы продолжим после окончания лайва на Фейсбуке и привеск в группах. Обсудим далее, кто какую группу выберет. Каждый из вас может сделать это, выбрать одну из трех, где у нас... Извините, а можно к докладчику вопрос все-таки по докладу?
аналитического обзора, один небольшой. Вот касательно доклада. У меня, например, как у экономиста, меня зовут Светлана, возник такой вопрос. Вот я услышала такую фразу, очень короткую, что в органах административного управления региона отсутствуют специалисты, да, по гендерному равенству, по гендерному анализу. Вот в связи с этим такой вопрос. Насколько вообще рационально внедрять таких специалистов в органы административного управления? В чем будут заключаться их функции? Только в мониторинге и анализе? Будут ли они выполнять функции, скажем так, ну, может, разработки программ, планов противодействия, да, неравенству, включая там виоленцию и так далее? То есть не будет ли это порождать опять раздувание чиновничьего аппарата или форму, значит, мониторинга, анализа, разработки программ противодействия? Может, надо рассматривать в другом каком-то варианте и не обязательно внедрять таких специалистов в органы административного правления? У меня такой вопрос. Спасибо, Светлана, за вопрос. Это опыт Швеции, которая является одним из лидеров в области реализации гендерного подхода в практику, если и следуя рекомендациям ООН, которые считают, что если механизм в области гендерного равенства, чтобы он был эффективным, то должна быть соответствующая структура в рамках министерства на уровне национальном и на уровне регионального, на региональном уровне и местном уровне должны быть специальные отдельные эксперты, которые внедряют гендерный подход в практику. Потому что мы знаем, например, что в рамках подготовки докладов о человеческом потенциале он регламентирован, что в качестве одного из критериев анализа должен быть перекрестным критерием, должен быть гендерный подход. Но из-за того, что нет специалистов, занимающихся данным, реализацией данного подхода в практику, то, что мы не владеем статистикой в полном объеме по различным показателям, да, ну, например, я анализирую статистическую базу данных по Молдове, не могла найти информацию о том, на каких специальностях обучаются в настоящее время девушки и юноши в гендерном аспекте. А ведь это, согласитесь, как экономисту очень важно, потому что в этом случае мы можем с вами, зная потом заработную плату специалистов, рассчитать тот же самый отдачу от человеческого капитала. И много других показателей, которые в настоящее время, безусловно, они ограничены в гендерном аспекте. И если специалист будет планомерно интегрировать гендерный подход во все сферы жизнедеятельности, которые в настоящее время реализуются в рамках региональной и местной политики, то в этом случае он будет эффективный. И, на мой взгляд, так же, как я придерживаюсь мнения рекомендации ООН по внедрению конвенции о ликвидации всех форм дискриминации, только в этом случае мы, можем достигнуть результата и, соответственно, достигнув результата, иметь отдачу, потому что достаточно много исследований, которые говорят о том, что если гендерный подход реализуется в обществе, то мы можем обеспечивать прирост ВВП, ВРП на большее количество процентов, да, нежели если мы этого не делаем. Поэтому отдача будет, вероятно, ну, однозначно намного больше, чем будут затраты в данном аспекте. Благодарю, Елена, за ответ. Только маленькую ремарку, понимаю, ограниченность времени. Опять же таки, да, я получила ответ исчерпывающий касательно того, что все-таки наличие таких специалистов в административных, подчеркиваю слово, органах правления, это очень важный момент на основе или на базе уже опыта, экспириенса других, ну, скажем так, лидирующих, скорее всего, стран мира. Но опять же таки, чтобы у нас это в Молдове, включая наш регион, не привело к формализации их функций, только к аналитическим функциям, потому что в вопросе мы слышим, да, часть женщин особенно, ну, мы видим и по внешнему облику, не очень, может, образованных женщин, они говорят открыто о том, что мы не знаем свои права, женщин не защищает, а, скорее всего, это голословно. И хотелось бы, чтобы внедрение таких специалистов и, может быть, даже отделов по обеспечению гендерного равенства давало все-таки не просто аналитические обзоры, а какие-то продуктивные, результативные исходы.
Вот в этой связи, опять же таки, потому что у нас действительно, не будем скрывать, очень раздуты чиновничные аппараты и так далее, чтобы от этого был реальный эффект. Вот, благодарю, у меня такое мнение. Безусловно, Светлана, ведь в этом случае данный специалист может интегрировать деятельность всех ведомств. Вот мы сейчас начали дискуссию, и начали дискуссию как раз в том аспекте, что деятельность, она не интегрирована. Многие не знают о том, что делается в других министерствах и ведомствах. И задача этого специалиста как раз интегрировать. Если мы интегрируем эффективно, то в этом случае как раз мы реализуем практику данный подход и достигаем результат. Еще один очень важный момент. На национальном уровне разработаны различные стратегии, законы по гендерному равенству. Если говорить о Гагаузии, то сейчас, наверное, приоритет номер один внедрить, разработать стратегию по продвижению равенства между мужчинами и женщинами с четким планом действий. Я думаю, что этот специалист мог бы способствовать и быть полезным, конечно же, не просто заниматься аналитикой, но мониторингом внедрения плана действий. Коллеги, если позволите, я хотела бы тоже добавить. Левит сказала, я руку подняла еще минут 15 назад, ждала очереди. Благодарю Елену Валерьевну прежде всего за обстоятельный обзор состояния вопросов гендерной политики. Я преподаю в Камрадском университете и хочу сказать, что в некоторые курсы у нас включены вопросы гендерного равенства, в частности, в курс по лидерству и методам стиля управления. Мы касаемся тем особенностей женского, мужского стиля лидерства, дискриминационных форм на рабочем месте и так далее. И хотела бы добавить, как одно из предложений к вашим выработанным рекомендациям, это разработка курса по гендерному равенству и внедрение его во всех образовательных учреждениях. У нас несколько колледжей, университет, не только Гагаузии, но я думаю, что этот курс был бы интересен и на национальном уровне к внедрению. И еще раз благодарю вас. Спасибо. Спасибо. В рекомендациях это есть, это, безусловно, очень важно. Но не только уже в системе высшего образования, а подобные курсы должны реализовываться на всех ступенях вторичной социализации, начиная с детского сада, потому что я сама вела гендерные курсы в Пермском университете и знаю, насколько сложно в системе высшего образования изменять те установки, которые были получены студентами на более ранних этапах вторичной социализации. И как показывает успешный опыт реализации данного подхода в системе гендерного образования в развитых странах, начинать нужно еще с детского сада. Да, согласна. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Что ж, данные действительно тревожные, работы очень много, и дискуссии наши мы продолжим. Соответственно, обсудим все рекомендации специалистов в группах. Сейчас я вынуждена прервать нашу онлайн-трансляцию на Фейсбуке и в привязке ЕЛ. Всех остальных прошу подключиться к группам, которые им интересны. Напомню, что сегодня мы обсуждали очень важный с точки зрения социальный доклад под названием «Оценка факторов, влияющих на расширение экономических прав и возможностей женщин». Он был реализован в АТО ГКУС ЕРИ при содействии Офиса ПРО ООН по поддержке партнерства в Российской Федерации. Выполнила его эксперт международного уровня Елена Басоева. До свидания. Прощаюсь с теми, кто был с нами в нашей онлайн-трансляции. И сразу после этого увидимся со всеми остальными и продолжим дискуссию.